4 глава 8, текст 38. Мой Господин, Ты достойный сын Брама, но на благо всех обитателей Вселенной Ты странствуешь повсюду, играя на своем музыкальном инструменте Дине. Ты подобен солнцу, которое обходит Вселенную, неся благо всем живым существам. Комментарий. Друва Махараджа, хотя и был всего лишь ребенком, выразил надежду на то, что ему удастся получить царство более обширное и богатое, чем царство его отца и деда. Он также выразил свою радость по поводу того, что ему посчастливилось встретиться с таким возвышенным преданным, как Наран, который заботится только о том, чтобы нести свет миру. Как солнце обходит Вселенную на благо обитателей всех планет, так и Нарада Муми странствует по Вселенной с единственной целью – даровать всем живым существам Вселенной величайшее благо, помочь каждому стать преданным верховной личности Бога. Поэтому Друва Махараджа нисколько не сомневался в том, что Нарада Муни сможет исполнить его желание, каким бы необычным оно ни было. Пример с солнцем заслуживает особого внимания. Солнце милостиво проливает свой свет на всех без исключения. Иначе говоря, Друва Махараджа просит Нарада Муни оказать ему милость. Упомянув, что Нарада странствует по Вселенной, неся благо всем обусловленным душам, Друва просит Нараду оказать ему милость и исполнить его желание. Друва Махараджа был полон решимости во что бы то ни стало добиться своей цели, и именно ради этого покинул свою семью и дворец. Омагьяна тимраннася, гинанджина швакая, чакшурум витамина, тасмаши гуэмма, шичитамина, штаму стартам, едам, дадали своям упакам, ему дадайте слава нантикам. Панчика Махапурвища, Прикласини Дубьевича, Титана Павли Белогуща, Репи Румана Нама. Харе Кришна, Харе Кришна, 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 Харе Харе. Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе. Мой Господин, Ты достойный сын Господа Брама, на благо всех обитателей Вселенной, Ты странствуешь повсюду, играя на своем музыкальном инструменте Вине. Ты подобен солнцу, которое обходит Вселенную, неся благо всем живым существам. Этот стих, он более, как сказать, дает понимание о том, какую роль
учитель в жизни, да, обитателей этого мира. И вот мы каждый утро поем «Самсара Даванава Нидхалока», «Траная Карна Аганаднаква». То есть такой духовный учитель, он подобен грозовому облаку, который тушит, да, пожарный океан от существования. А на Гурупуджи мы тоже поем. Да. Лотосные стопы духовного учителя – единственный путь обретения чистого природного служения. По его милости исполняются все желания. Он вернул мне зрение, вложил в мое сердце трансцендентное знание. Здесь Дхрува Махарадж, он обращается к Нараде Муни, он рассчитывает на то, что, ну, каким бы мое желание ни было, я знаю, что ты великая личность, и ты можешь исполнить его. И в пятой песне, там 18 глава, молитвы жителей Джамбудвипа, по-моему, называется. Там в комментарии Шрила Прабхупады в 21 стихе, я так еще удивился, когда читал, вот он описывает, что вот эти четыре типа людей, которые приходят к Богу, да, ставят на предприятие служение. То есть он их даже не называет сакамы, хотя у них как бы нечистый мотив, но он говорит, они не сакамы на самом деле. Просто они стоят в начале духовного пути, но они немножко невежественны, но ничего страшного, они очистятся и потом уже станут на путь чистого преданного служения. И также Нарада Муни, да, и духовный учитель. Мы, может, приходим, как бы, да, не совсем у нас такие прям чистые мотивы. Там, ну, может быть, не у всех, конечно. Но тем не менее, он занимает нас. Шингадатан, Мандира, Манджанада, да, то есть мы заняты служением здесь, да, мы там убираем храм, да, это то же самое храм, да, то есть это как бы то, что духовный учитель, да, он по своей беспричинной милости дает нам, да, возможность заниматься преданным служением, да, это как ашра духовного учителя, в котором мы живем, да, и под его руководством занимаемся преданным служением. 9 методов преданного служения. И что дальше там, да, 4 дальше Бхагавад Прасада. То есть он радуется, когда видит, когда преданные, они вместе кушают замечательный Бхагавад Прасада. Как-то Раганат Махарадж рассказывал, у него спросили один раз, ну хорошо, а вот этот стих из Гурваштаки «Никун живю на ратике леситы», это вот что, вот, мы вот помогаем вам, духовный учитель, он устраивает в кунджах Вриндавана, да, да, доводит до совершенства игры Радхи Кришны, там, для нас таково понимание, что мы помогаем духовному учителю в проповеди. То есть мы подготавливаем все таким образом, да, что, как Рудев, как он говорил, он говорит, ну вот придет то время, когда, говорит, я буду просто сидеть на лисасане, а вы будете все организовывать, и я буду только давать лекции. И еще, наверное, года 3 назад Рудев, он на каждую харинаму ходил, он ни одну харинаму не пропускал. Даже несмотря на то, что врачи не запрещали ходить на харинаму, там, под солнцем быть. Вот. И тем не менее он ходил. Но сейчас уже, конечно, к сожалению, редко можно увидеть Рудева на харинаме. Но он здоровье, конечно, дает о себе знать. Вот. И в этом стихе Дхрува Махарадж, он здесь вот неоднократно, да, упоминается о милости. И что таким образом духовный учитель делает? Он берет на себя нашу карму, да, облегчая нам процесс преданного служения, занимает нас преданным служением, он все дает, да, он нас кормит, нам ездить и спать, нам есть что делать. И таким образом, очищая наши, то есть он как бы устраивает все таким образом, чтобы мы очищались. И очень важно, конечно, как Шрила Прабхупада, он говорил о важности пения баджанов, да, предыдущих ачарьев.
И он говорил, ну, вот, неважно, человек понимает или не понимает, что он поет, это все равно приносит ему благо. Но если он понимает, о чем он поет, то этот эффект он будет иметь еще большую силу. Также здесь иногда, как бы так, ты уже на автомате приходишь там, на службу, там, отпел, там, как бы, понятно, усталость, там уже конец тура, там кто-то там дошел до Шимадбада, там кто-то уже не дошел, вот уже более-менее все такое, переходит больше такой на автомате, такой уже начинаешь действовать. Поэтому, конечно, очень важно как бы все время постоянно напоминать о том, что мы делаем. Это как в Харинаме Чинтамане, там во второй главе Бхактина Такур говорит, что если помянется чистого преданного, человек произнесет святое имя Кришны, он непременно получит бриллиант Кришны Премы. Однако, если трансцендентное знание Самбандхи не усвоено, то в сердце такого человека будут продолжать сохраняться анархии и привязанности, и вся жизнь его будет проходить на уровне намапарадхи. То есть можно очень долго заниматься преданным служением, как говорится, да, и Хари Кришна много жизни можно повторять. Вот, но если это делать более осознанно, прилагая усилия, да, то это будет иметь больше эффект, больше будет очищать нас, и мы сможем это на практике сможем ощутить. И вот когда мы собираемся на Бхагаватам, да, то есть мы делимся своей верой, когда вот, да, одна палочка горит, то есть, ну, как бы, огонек есть, да, но когда вот много палочек горят, да, мы приходим сюда и вкладываем вот в этот процесс шраваном, киртаном, да, то есть мы вкладываем в этот процесс свою веру. И как бы есть такая аналогия, что святое имя, оно сравнивается с ги, а наш мыши, они сравниваются с кундой, а наш язык, он сравнивается с черпаком. И говорится, что когда человек, он берет, да, черпаком, да, своим языком ги святого имени и начинает заливать в кунту своих ушей, то огонь вот этой веры, он начинает разгораться. И тогда как бы решимость, да, она приходит, почему Дрова Махарава настолько был решителен в своем желании обрести вот это царство, которое превосходит там его отца, его деда, то есть он настолько был уверен в этом, да. И он такие усилия, то есть несмотря на то, что он был таким маленьким, он такие усилия прилагал. И как вот, да, вот он говорит, я знаю, ты очень милостив, поэтому ты можешь исполнить любое желание, даже может быть, если оно покажется каким-то, ну, таким необычным для тебя, да, он комментарий говорит. И есть такая история, это, по-моему, в читании Бхагавати описывается, о том, то есть она показывает, насколько как бы заводят, да, вот это желание каких-то материальных благ. То в Бенгале там жил один браман, и он был настолько беден, что ему даже иногда не хватало покушать, у него не было что покушать, и он сидел уже, ну, сколько можно, и он решил отправиться в Джагнат Пури, думает, пойду в Джагнат Пури, Господь Джагнат, он очень милостив. Наверняка он прольет на меня свою милость. И он направился в Джагнат Пури, дошел до Джагнат Пури, пришел в храм, начал молиться Господу, чтобы он там пролил на меня свою милость, там, дал ему, ну, я все-таки же брама, он начал прям молиться там, и, ну, и там возносил молитву, чтобы он как-то его там послал, там, хлеб насыщенный. Ему даже показалось, что Господь Джаганатха улыбнулся ему. Все хорошо, вышел, сел возле храма Джаганатхи. И до этого ему хоть что-то там давали, а после этого вообще не перестали давать. И он уже настолько изголодал, настолько уже там был изнеможден, и он так разозлился, он начал там ругаться на Господа Джаганатху. И он разозлился и ушел на берег. Океана, он сказал, что я буду поститься. И вот он постился уже где-то 7 дней, и уже он так вообще, у него уже там такая слабость была.
И тут он видит, что где-то вот из-за горизонта в океане там появляется какая-то огромная такая сияющая личность. И она просто была таких размеров, и он когда увидел, думает, вот, наверное, это Господь, он пришел, наконец-то он услышал мои молитвы, он видел мои аскезы, вот он пришел, чтобы вознаградить меня за это. Вот. И когда эта личность приближалась к берегу, она становилась все меньше и меньше, и в конце концов он принял обычный человеческий размер и быстрым шагом прошел мимо него. И он такой думал, наверное, это не Господь. Но если это не Господь, то это, наверное, какой-то возвышенный преданный. И он начал так размышлять. И этот преданный, он наверняка пришел, если он пришел в Джаганатхапури, то наверняка он сейчас пойдет в храм Господа Джаганатхи. И наверняка Господь Джаганатх, он заметит его. И он его заметит. И если я пойду за ним, и я буду рядом с ним стоять, то он, может быть, и меня он тоже заметит. Он тоже услышит мои молитвы и тоже, так сказать, ответит мне. Ну вот, и он тоже отправился за ним. И когда они подошли, ну, подошел он к храму, он даже не повернулся в сторону храма, он прошел мимо. И он так думает, ничего себе, думает, если он прошел мимо, то куда же он направляется? Ему же стало интересно. И он пошел за ним. И он дошел до какой-то хижины, он зашел в эту хижину, этот брахман тоже зашел в хижину. И там сидели, там и саньяси, и намачари, и хасты сидели. Вот. И там сидел один такой сияющий саньяси. И когда этот саньяси увидел эту личность, он встал, обогнал его, и он начал ему говорить, наконец-то ты пришел, мой дорогой друг, я тебя столько не видел. И они начали там беседовать. Ну, этот саньяси, ну, это был Господь Читания, а этот преданный, который, да, сияющий пришел, это был Викишина. И вот они когда начали беседовать, и Господь Читания, он так начал ему рассказывать, говорит, вот знаешь, Викишина, ты не представляешь, насколько тяжело быть Богом. Вот люди, они, когда у них все хорошо, они думают, что они все это заслужили собственными усилиями. А когда у них какие-то проблемы, они начинают обвинять меня. И вот здесь сидит один браман, который просто настолько замучил своими этими молитвами. Он говорит, в прошлой жизни он вообще был таким негодяем, что он даже в этой жизни он не заслуживает половину того, что он получил. Но благодаря тебе, благодаря тому, что он увидел тебя, он очистился. Поэтому прошу тебя, пожалуйста, забери его. Ты, поскольку ты управляешь лавкой, у тебя там горы золота, дай ему сколько ему нужно, чтобы он больше не беспокоил меня. Прошу тебя, забери его. Но когда этот браман, он вошел в эту хижину, он когда увидел Господа Чайтанью, он настолько его вот это вот блаженство, оно накрыло его, и он просто понял, что он нашел, то есть он обрел как бы смысл своей жизни, когда он увидел этого саньяси. Он просто хотел служить ему, он просто хотел находиться в его обществе, просто служить ему. И тут этот саньяси, он говорит, все, забираю его. Он просто, и тот его забрал, Викишина его забрал, и тот начал умолять его, просто плакать. Он начал там просто молиться ему, пожалуйста, не забирай меня, оставь меня рядом с этим саньяси, я хочу ему служить. Ну и поскольку Викишина, он как бы преданный, он говорит, ну хорошо, пойдем. И они снова пришли к Викишине. Господь Читания говорит, ну, говорит, понимаешь же, ты говорит, столько молился об этих материальных благах, что, говорит, теперь ты просто вынужден уйти. И говорит, ну, я благословляю тебя. Когда ты разочаруешься во всем этом, ты придешь ко мне, я тебя приму. И он, конечно, там, ему все равно пришлось уйти. Да, то есть, вот эти материальные, то есть, пока мы не разочаруемся, да, в этих материальных каких-то, да, о том, что материальная жизнь, она может принести какое-то счастье в этом материальном мире, то это как один преданный, он работает сварщиком, работал. И он такой интересный пример рассказал. Он говорит, как-то варил трубы водопроводные. Вот, ну, в школе тоже на разных, особенно когда, знаете, вот, все душевые утром заняты, на пошту, ты знаешь, что-то там капает, стоишь, думаешь, как бы помыться, там, тебе надо полчаса, там, чтобы смыть, там, это было. Потому что напор очень слабый, но есть вот одна главная труба, по которой идет очень сильный напор. И вот потом, когда вот это от главной трубы, там, от нее отходят, да, там, какие-то там
второстепенные трубы. И вот этот напор, он постепенно, постепенно, да, он становится более слабым и более слабым. И вот говорит, что вот это подобно тому, когда вот наше желание, да, служить Кришне, оно разбавляется, да, вот эти, вот, знаете, такие, такие присоски, которые вот есть у нас, да, вот в нашем сознании, в нашем сердце, да, в которых как бы вот, это, вот этот потенциал, вот это вот желание, вот это, да, лаулим служить Кришне, он еще как бы разбавляется, да, вот этими материальными желаниями, может быть, какими-то. Хотя Шрипада говорит, что ну, даже те, кто приходит ради материальных каких-то благ, они не являются сатаной. Я так когда пришла с предыдущим учителем, ну как-то так. Ну, это же вроде как бы, ну как бы, ты приходишь к Кришне, да, как говорится, что каким бы там глупый человек был или разумный, он должен поклоняться на Кришне. И постепенно он очистится. И Шрипада говорит, что да, они говорят, это не сатана, они, конечно, они там, ну, они находятся просто немножко в невежестве. Они стоят в начале духовного пути, но когда они очистятся, то потом они станут много преданного служения. Вот, и поэтому вот эти все материальные желания, они как бы разбавляют, да, разбавляют, или, как еще говорится, что насколько человек не устает в духовной жизни, вот он настолько он отождествляет себя с душой. А если вы занимаетесь преданным служением, вот, устаем? Не, ну, конечно, здесь как бы у нас такой марафон интенсивный, 2 месяца. Но, тем не менее, как бы, да, насколько человек он отождествляет себя с душой, то настолько он может выполнять преданное служение. И вот здесь о милости, да, тоже еще в комментариях. И вот эти материальные желания в читании Чандрамарти есть такой стих Прабхананда Сарасвати Тхакура. Он молится тоже Господу Чайтанья. Он говорит: «Кала калир валина индрия вали варда шри бхакти манда гиратанта кароти руда ага кваяна николатки махам кароми чайтанья чандра я динамия крипам короче». Он говорит, что в этот век Кали мои враги, мои чувства очень сильны. И этот путь Шри Бхакти Марга, этот путь чисто преданного служения, он усеян миллионами колючек. И вот эти миллионы колючек, они сравнятся с этими материальными желаниями. И он говорит: «Ну если ты не прольешь на меня свою милость, я Динадия Крипан Хороший, что я смогу сделать?» И есть такой вот пример, приводит Бхактивинода Такура на Адвайта Махатме. Он дает нам совет, то есть как можно получить милость Господа. Как можно получить милость духовного учителя? Он говорит, что получить милость Господа Чайтанья, нужно получить милость преданного Господа Чайтанья. Для того, чтобы получить милость преданного Господа Чайтанья, нужно получить милость Господа Нитьянанды. А для того, чтобы получить милость Господа Нитьянанды, нужно получить милость преданного Господа Нитьянанды. А для того, чтобы получить милость преданного Господа Нитьянанды, нужно получить милость всех преданных. И вот это вот как-то у Говинды Махараджа, Бхактивинода Говинды Махараджа спросил: «Махарадж, Махарадж, пожалуйста, ну, проявите свою милость». Это было на фестивале, и он так показал, говорит: «Вот ваша милость». Он показал на преданных: «Вот, пожалуйста, служите преданным. Вот ваша милость». И вот еще такой интересный пример слышал. Это Гланна Махарадж. Он как-то тоже в каком-то семинаре рассказывал, что вот Шивачнава, у них вот как бы есть такие два мнения, как можно получить милость, как можно получить милость Господа. И вот как бы одна группа преданных, они как бы утверждают, что вот, ну, нужно вот быть, вот, знаете, вот, как обезьяна. Она вот схватилась, да, за маму. А, нет, первым говорит, что нужно, ну, как котенок, говорит. Вот мама, она берет котенка и несет. То есть оно как бы предание, оно заключается в том, что как бы человек, он просто предается, вот, и все. Остальное, как бы, обо всем позаботится Господь. Вот. Ну, то есть ничего не нужно делать. Другая группа преданных говорит, что нужно как обезьянка. Она вот вцепилась в маму, да, говорит, если она как бы отпустится, то она, говорит, упадет. И что, говорит, ну, нужно вот как бы прилагать усилия, постоянно прилагать усилия.
Рабанан Махараш говорит, что, ну, говорит, а Аудия Вайшнава, у них, ну, как скажем, более такая, более интересная концепция о том, как получить милость. Это, говорит, странное то, что, говорит, мы попали в колодец, да, в это материальное существование, и нам сбрасывают веревку, веревку милости. И вот мы что делаем? Мы просто, мы берем эту веревку, да, и прилагаем усилия. То есть мы, то есть это как два пальца, да, то есть мы наши усилия, да, вот, то есть это два усилия, наши усилия и милость Кришны. То есть это не просто то, что мы своими усилиями можем, да, там, добиться каких-то там результатов при одном служении. Или просто сидеть, ничего не делать, все само происходить. Ну, вот как-то же происходит. Харинама как-то происходит, просад как-то происходит. Тоже. И если... Если вот наше преданное служение оно будет более осознанным, мы сможем ощущать, да, вот эту милость, милость духовного учителя, милость Кришны. Это как вот тоже в этой же песне, четвертой песне, в 30 главе, Деяния Прочетов, там, в 20 стихе, говорится, что преданные, чем бы они ни занимались, они постоянно испытывают всеугубляющее ощущение свежести и новизны. Вездесущая сверхдуша, она дает испытать вот это блаженство преданному. И в комментарии Прабхупада говорит, что возвышенный преданный, он черпает вдохновение от любой деятельности. И он там ссылается на 10 главу, 10 пишам, сократает нам, даже там говорите курвакам, данный путь йон, там, я не понимаю. И что преданные, которые поглощены преданным служением, я наделяю их разумом, который помогает им прийти ко мне. И Прабхупада в комментарии говорит, что преданные, они испытывают вдохновение от любого служения. Это вот мне как-то один преданный рассказывал, который вот фестиваль собираю, они как-то возвращаются, когда уже собрали фестиваль, не помню, где это было, часа три ночи. Вот, и иногда, когда центральная школа, она закрыта, обычно всегда на кухне дверь открыта. И, ну и как бы там оказалось дверь закрыта, и они пошли через кухню. И они заходили через кухню, и увидели, там Гурдев стоит и моет котлы в 3 часа ночи. И они когда увидели Гурдев, пожалуйста, идите отдыхать, мы все сделаем, мы помоем. А он говорит, нет, идите спать, вам еще надо фестиваль ставить. Они говорят, нет, пожалуйста, Гурдев. Ну, представляете, да, вот кто-то вот, ну, скажем так, спрессал тебя, да, и он просто забыл то, что нужно, ну, там, помыть котлы. А завтра же, ну, нужно будет подготовить это, чтобы, как сказать, наша проповедь, она не останавливалась из-за каких-то вещей. И каким-то образом Гурдев увидел эти мытые котлы, и он принялся мыть. Представляете, 3 часа ночи духовный учитель, он стоит, да, делает служение, да, за кого-то. Смиренная просьба, особенно тем, кто мыть котлы, если они здесь есть, не забывайте об этом. И вот эта вот связь, да, мне тоже один раз запомнилась история, когда духовный учитель, он наполняет, да, он наполняет вот этим пониманием, наполняет пониманием то, что мы делаем, и вот эта деятельность, она также становится как бы более сладостной, да, то есть приходит более глубокое понимание того, что мы делаем. Мы как-то, помню, приехали, раньше бывало так, что мы ездили сначала в одном городе, проводили харинаму, а потом ехали в другой. И вот мы провели харинаму, где предстоял фестиваль, и вернулись обратно в Калабже, для того, чтобы еще пройтись там на часе, чтобы напомнить людям. Вот. И Гурдев начал, ну, как он обычно там перед харинамом какие-то штабушки проводит, и вот он начал там рассказывать, для чего мы выходим на улицу. Вот, что мы делаем там. И вот он начал там рассказывать, там шлоки, там цитаты, истории там рассказывал. И, похоже, какая-то женщина проходила мимо, но видела, это люди в каких-то красивых одеждах стоят и там что-то там рассказывают. И она тоже подошла и стояла, и это все слышала.
Я нас тогда слушал, и потом, когда все Бурдай сказал, все, хренам стоит мяга кричали, вот, и все пошли там. А эта женщина, знаете, она так стояла, я так смотрел, у нее слезы из глаз текут. И она, видимо, понимала, ну там и на английском, там и на русском. И она стояла и плакала. И знаете, у меня такое было ощущение, вы знаете, мне сразу вспомнилось этот сарвадвам на начале, когда я вам Господь читание просто рассказал. Как бы суть Веданты. И он понял, что все вот эти вот усилия, столько лет, да, и все впустую, как говорится, да, как этот фильм. Три магнитофона, да. Просега отечества. Все пропало. И вот эта вот женщина, знаете, которая вот этот стояла, и она просто, ну, у нее такой назад, она писала, что она помнила, что она, ну, как бы, что ее вся ее жизнь, она там была. Она была, то есть она прошла впустую. Она стояла вот здесь, эту учительную, я не знаю. Ну, наверняка, конечно, пришла на фестиваль. То есть вот такая способность, да, вот, духовного учителя наделять, да, вот этим пониманием, вот этой санбанхой, правильным пониманием. И насколько важно, да, вот, и там дальше вот в этом стихе, вот, где говорится, да, вот, поглощенное служение преданным, когда, что бы они ни делали, постоянно испытывают все возрастающее, да, вот это вот блаженство. И там дальше в комментариях Шри Прабхупада говорит, что он ссылается на Рупа Госвами, говорит, что в связи с этим Рупа Госвами, он говорит, что преданный, вот, особенно в сердце преданного, Господь, он проявляется как, не как Параматма, а как Кришна. И он наделяет его вот этой способностью, да, постоянному блаженству, когда преданный занимается преданным служением. Да, вот это Тэшан Садата Виктанам. То есть когда человек, он поглощен. Да, вот если мы будем поглощены преданным служением, не просто делать это, как, знаете, как повинность. Это как ты слушал лекцию Шри Прабхупады в 1974 году. 24 февраля. Он прямо, знаете, так очень, очень жестко там, прямо он так отчитывал своих учеников о том, что они не слушают, что они недостаточно слушают. И там один преданный, видимо, во время лекции он так встал и начал выходить. И он такой, куда он пошел? Это не он. И он такой говорит, куда он пошел? Чем он будет заниматься? Угрокарма, и он просто где-то 5 минут он начал рассказывать, там, насколько важно слушать Шимадбхагу, насколько важно наполнять наше преданное служение правильным пониманием, насколько важно общаться с преданными. И этот стих из третьей песни 25 главы, 325-25, где говорится, «Сатан Расанда Мама Мири Самбидо, Бхаванти Критка Нарасаяна Катхара, Таджаснат Ашвапар Гавартмани, Шатара Тима Бхакти Жану Крамешинти». Он говорит, что обсуждение игр деяний верховной личности Бога в обществе преданных Каранара Сайна Катхара, говорит, что она радует слух и сердце. И посвящая этому свое время, человек, он быстро продвигается по пути, ведущему к освобождению. А когда он достигает освобождения, его привязанность к Кришне, она становится еще сильнее. И вот с этого момента он говорит, что Шрадха, Ратир, Бхактир, оно кроме Шьянтир, что вот эта Шрадха, когда она уже, и в комментариях он говорит, что вот эта Шрадха, это уже Ништха, то есть это уже когда человек, он поднимается на уровень, когда он уже поднимается на уровень Ништхи, то вот с этого момента начинается преданное служение. Я просто закончил, читал Бхагавад там, как раз в эту главу, и я закончил, ну, такой текст был еще, и так получилось, что я вот на этом тексте на 25-м закончил, и потом читаю там 26-й, 27-й, и в 27-м стихе там говорится, что преданный, если он занят одним из 9 процессов преданного служения, то он находится вне гун материальной природы. И это было интересно. Я вот так сижу, я, ну, так задавал разные времени вопрос, ну, как вот, вот в гунах я или не в гунах? Вот говорится здесь в комментариях, что другое говорит, что если человек, он одним из этих процессов преданного служения занят, то он вне гун материальной природы, то он не служит гуном материальной природы.
а потом я вспомнил вот этот текст 3.25.25. И очень четко и ясно понятно, что Шрадхара Тира Бхактира Нупрамишнити. То есть когда человек он достигает уровня ништи, то с этого момента начинается преданное служение, которое уже находится в нигуне материальной природы. И вот помню при Вале, Арджуна Кришна Прабху там все равно записывает видео, кто-то мне скинул. Я помню еще первый Гривал еще в начале этого фестиваля, там Гурдев, он такой говорит, он начал благодарить преданных, то, что прошел там успешный фестиваль. И он говорит, что вот благодаря вам, вот когда люди они встречаются с вами, они встречаются с Кришной. И у меня вот сразу вспомнился вот, почему этот стих 25-25, в комментариях там Шрила Прабхупада говорит, что общаясь с преданными, человек общается с самим Богом. Потому что Кришна находится в сердце каждого. И он говорит, что такое общение в сочетании с размышлениями о трансцендентных деяниях Господа, она приводит человека на уровень освобождения. И вот очень важно, вот он говорит, что такое общение в сочетании с размышлениями. Интересно, да? То есть мы здесь занимаемся там, то есть у нас слушаном, потом думаном, потом деланом, но еще и кушаном. И вот там в этом стихе Шрила Прабхупада говорит, что если человек не занят этой благотворной деятельностью, кушала карма нам, мне вспомнилось, кто-то помнит, кто-то из Махараджи дал своей ученице такое имя, она была, знаете, такая упитанная. Да, и он мне дал имя Малокушала. Конечно, он поменял, да, по-моему. То есть мы чем-то занимаемся, слушаном, потом думаном, да, потом делом. То есть шрамом, да. Потом мы размышляем над тем, что мы слышали, и наполняем этим свою деятельность. И тогда Кришна, находящийся в сердце преданного, он дает нам ощутить вот это да, счастье, вот это блаженство. Ну еще короткую историю расскажу. Еще тоже как раз история из читания Бхагавата. Как раз вот тоже описывает о том, как Кришна он проявляется в сердце преданного. Это тоже описано в читании Бхагавате. Очень классно тут описывает. И он рассказывает о том, когда происходило Махапракаша Лила с Господом Читанием, когда он вел себя не как преданный, да, то есть он вел себя уже как Верховный Господь, ему хотелось удовлетворить вот эти глубинные желания своих преданных. И он начал позывать преданных и говорить о том, рассказывать о том, как он проявлялся в их жизни еще до того, как он пришел в этот мир. И там, когда он позвал Харидаса Такура, когда он ему сказал, ты помнишь, когда тебя по тем 22 базарным площадям тащили, и когда тебя били палками, ты не испытывал боли, потому что я положил свою спину. Вот. Потом, когда он подозвал там Гангадаса и сказал, ты помнишь, говорит, когда было нашествие мусульман, и вы со всей семьей пытались скрыться от них, и вы подошли к берегу Ганги, вы думали о том, как вам перебраться на другой берег. И там появился этот лодочник. А этим лодочником был я. И когда он услышал, конечно, только он это знал. И потом он увидел Шриваса, и говорит, Шривас, ты помнишь, когда ты шел мимо дома Девананда Пандита, и он там давал лекцию, ты захотел слушать Шримад Бхагаватам. Ты зашел туда, чтобы слушать Шримад Бхагаватам, поскольку ты понимал важность этого слушания. И когда ты начал слушать, то трансцендентный экстаз, трансцендентные признаки экстаза проявились в твоем сердце. И так вот это был я. И когда Девананда Пандит, он рассказывает, что Девананда Пандит, он не понимал, что с ним происходит. Поскольку он никогда не рассказывал своим ученикам, он ни разу не прославлял славу чистого преданного служения. И его ученики, они тоже ничего не понимали. Они решили, что он беспокоит
беспокоит, нам духовный учитель рассказывает, а он так беспокоит, они его просто вывели. И что ты сделал? Ты пошел домой и продолжил читать Чхандвагат. Вот, и вот эта история, она показывает, и он тут, сейчас, извините, он дальше там рассказывает, там есть такой интересный комментарий, Бхактисиддханта Сарасвати Тхакура. Чистое преданное служение, и потому он не понимал, что происходит с Шривасом Такуром. Это как-то Шивара Махарадж, он такой интересный пример приводил, историю Шри Прупады, он говорит, что как-то Шри Прупада, он немного болен, и попросил ученика, чтобы он приготовил ему саджу с большим количеством и большим количеством чили. Вот, и ученик подумал, ну как вот Шри Прупада, он же болеет, ну как он столько чили туда, ему же столько нельзя. И он решил в половину меньше положить. Когда Шри Прупада начал кушать, и он понял, что не хватает того, как он просил сделать. И он тогда позвал ученика и начал говорить, почему ты не сделал, как я тебе сказал. И вот Шри Рама Махарадж говорит, что для того, чтобы переварить большое количество ги, нужно много чили. То есть одно без другого, оно как бы, ну, то есть если что-то будет какое-то отсутствие, будет как бы дисбаланс. И вот мы говорим, что вот так же наша философия, она вот подобна тому, как вот, философия, да, это подобно как бы, да, какой-то горькой или острой пище, да, может быть, не всегда приятно слышать, да, что мы, ну, то, что неприятно, то есть иногда, несколько раз слышал, что я не тело, что я душа, вот. И в то же время, у нас есть как бы, да, философия, есть у нас лилы, да, связанные с Ижими Господа, его преданными. И вот он сравнивает лилы Господа как вот, да, с ги, или как сладко, да. Мы же можем каждый день кушать какие-нибудь тортики. Или там, а судьба у нас там будет всех, там преданные там на кухне приготовили какой-нибудь там чизкейк. А на обед приготовили там гуанчжоуны. А потом приготовили на сочинку там сладкий лист. Тяжело. Также и здесь, то есть, должен быть баланс между философией и играми Кришны. И вот в связи с этим хотел бы прочитать один стих Вриндаванадаса Тхакура в этой игре. И очень большой комментарий Бхактисиддханта Сарасвати Тхакура. И он говорит, что ученики, принявшие прибежище у своего учителя Девананды, не были способны понять плоды преданного служения Шриваса, и поэтому совершили оскорбление лотосных стоп Шриваса. Ведь они находились во власти материальных представлений о жизни. Их учитель Девананда не оставил своих невежественных учеников, не остановил своих невежественных учеников, и поэтому он тоже был повинен в этом оскорблении. Девананда ничего не знал о преданном служении, поэтому, наставляя своих учеников, ничего не говорил о возвышенном положении преданного служения, так как гуру не был квалифицирован совершать преданное служение. Его ученики тоже были лишены преданного служения. Видя, как милостивые чистые преданные проповедуют с помощью метода воспевания имен Господа, многие наши современники говорят, что лучше поклоняться Господу дома в одиночестве. Они утверждают, что проповедники, воспевающие на улицах, ожидают различные препятствия в виде приступов ложного эго и гордости. Но если, к примеру, люди, подобные Девананде, бандиты, пребывают в невежестве относительно преданного служения и не проповедуют славу преданного служения, они тем самым совершают оскорбление. Таков смысл этой игры. Дефицит преданного служения ощущается во всех сферах деятельности этого мира. И если человек не прославляет Господа, чтобы восполнить этот дефицит, он тоже испытывает последствия этого оскорбления. И вот четвертая песня там продолжает. Нарада Муни Мучарама, он столько в Бхагаватам, столько раз он прям как вот, хотя бы как в Бхагаватам он Кришну прославляет, но вот Нарада Муни, видите, там, можно сказать, тоже присутствует. Четвертая песня, 29 главы, там 39-40 стих. Нарада Муни утверждает, что дорогой царь,
Если человек окажется там, где живут чистые преданные, которые, следуя всем правилам и предписаниям, очистили свое сознание и с огромным энтузиазмом слушают и пересказывают повествования, представляющие духовную личность Бога, и если ему посчастливится услышать этот нектар, который, как воды реки, непрерывно льется из их уст, то он забудет о потребностях тела, таких как голод и жажда, и избавится от страха, скорби и иллюзий. И Девананда Пандит, он мне рассказывал о преданном служении, и поэтому там говорится, что он чувствовал себя очень удрученным. И причина этой удрученности, говорится, было его плохое общение. То есть он говорится, что это плохое общение, это были его ученики, которые не хотели слушать о славе чистого преданного служения. И однажды Господь Чайтанья, он когда прогуливался по Наладвипе, они проходили мимо дома Девананда Пандита, и он там читал Бхагаватам, и он остановился и говорит: знаете, там сидит один человек, который думает, что он понимает, он говорит о Бхагаватам, но он думает, что он понимает суть Бхагаватам. И он начал очень сильно там его отчитывать. И он говорит, что четыре веды, он говорит, они подобны йогурту, а Шримад Бхагаватам, он подобен маслу. И вот Шукадева Госвами, он сбил этот йогурт в масло, и Махарадж Паришит, он наслаждался этим нектаром. А этот Девананда Пандит, он читает лекции по Бхагаватам, и он ни разу не упомянул о чистом преданном служении. И он там уже хотел просто забежать в этот дом и вызвать у него Бхагаватам, его преданно остановили. И то есть вот здесь вот говорится о том, насколько важно, да, проповедовать. То есть говорится, да, вот в комментарии тоже в этом стихе Шилпапада говорит, что Нарада Муни, он странствует по свету на благо всех живых существ. И вот как тоже Прабхунанад Сарасвати Тхакур, он читает Читамрита, у нас такой стих, он говорит: давайте же прославим Верховного Господа, царя Чакраджа, чтобы насладиться пьянящими сладкими волнами нектара трансцендентной любви к Кришне, а также для того, чтобы раздать этот нектар другим. Он явился в Навадвипе, как Господь Чайтанья. А там у него идет следующий стих, который, наверное, описывает Вудсток. Ну, мне почему-то, когда читал этот стих, мне так сразу вспомнился Вудсток. Он говорит, что даже те, в ком нет ни капли добродетели, кто полностью погружен в безбожие, кто никогда не посещал святых мест, очищенных присутствием преданных, и никогда не удостаивался их милостивого взгляда, тем не менее будет в экстазе танцевать, громко петь и даже кататься по земле, опьянев от нектара, трансцендентных вкусов чистой любви к Богу, дарованных Господом Чайтанья. Я говорю, что он думает, 100% это вот сток. Катается по земле, пьяный, никаких только не увидишь. Поют все это имена. Да, очень интересно. Поэтому у нас уже время закончилось. Надо ехать на Санкиртан. Ну, может быть, какой-то короткий вопрос. Если нет, то, наверное, закончим. Гранта Раши Ма Бхага Тавхи, Шрита Бхага Кинтяни. Так говорится.